Кино никогда не было и не станет никогда объективным искусством. Кино – это мистификация. Это цитата одного из моих сегодняшних гостей. Я же добавлю, когда картина становится для зрителя его собственным миром, когда она его не отпускает, это означает, что мистификация выполнена блестяще. О том, как завоевать умы и сердца, а главное – душу зрителя, я и поговорю с моими сегодняшними гостями, актрисой Жанной Воробьевой и режиссером Денисом Баником. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я очень рад вас видеть здесь, ребята. Во-первых, свежие лица. Действительно, помимо того, что мы поговорим о вашей картине, мы должны еще рассказать зрителям, откуда вы взялись, так сказать, кто, как пришли в кино, кто вы друг другу, как я понимаю, муж и жена, наверное, да? Да, да. В этом тайна. Поэтому, да, поэтому, да. Я актриса. Вы с детства актриса? Или я, это... конечно, с детства актриса. С детства. У меня родители, папа музыкант. Я маленько говорила, что у меня папа на гармошке играет, а мама пляшет. Потому что папа музыкант в ансамбле Назарова фольклорном работает. Хороший, очень талантливый, замечательный. А мама занималась танцами всю жизнь. Я ребенок за кулисье, собственно, как и Денис, который тоже ребенок за кулисье. Вот. Ты буду перебивать. А что значит ребенок за кулисами? Я саратовский. Мои отец и мама работали в саратовской драме. Отец потом работал художественным руководителем театра оперетты в Саратове. Они преподавали, вот мама в прошлом году было 40 лет преподавательской деятельности в Саратовской консерватории. То есть я абсолютно театральный ребенок. Вот это вот запах кулис, этой вот пропитки. Это вот самый первый детский осознанный запах, из чего состоит внешний мир. Это вот пропитка декораций. Ну и как актерские дети, естественно, там прятки в декорациях. Вот мы очень дружили с Филиппом. С Филиппом. Стоп, здесь я перебью. Да. Итак, вы в ансамбле Назарова. Вертелись в детстве, да. А я в саратовской драме, да. А где вы встретились? Я приехал в 83-м году поступать в ГИТИС к Людмиле Ивановне Касаткиной и Сергею Николаевичу Колосову. Вот, поступил. Как ни странно, поступил, потом отучился полтора курса, ушел в советскую армию, вернулся к Евгению Николаевичу Лазареву на курс, в 90-м закончил ГИТИС. 20 лет работал на телевидении, родной дом, равно как и Шаболовка, вот. Кстати, про Лазарева хочу сказать, что вот сейчас Евгений Николаевич у нас снялся в фильме в нашем новом. Так что круг у Дениса замкнулся спустя много лет, его мастер снялся. Вы как появились в Москве? Я в Москве появилась благодаря маме с папой. Мама с папой переехали. Переехали. Да, мы в Подмосковье жили, потом, собственно, практически Москва. Да, а встретились с Денисом мы на проекте «Больше-меньше». Сегодня мы развенчаем еще один миф эпохи так называемого социализма. Но потом, после предательства и вывода войск, не было никакой родины, а был страшный, тоталитарный режим. Я была с Мариком на свободу. Воспоминания не нуждаются в восхищении. Они существуют сами по себе. Ведь вы живете в подлинно свободном, демократическом обществе. А потом нас бы сожгли, и наши сожженные тела показали в новостях CNN. Кто враг? Кто мешает нам строить наше светлое будущее? Пора меня опускать. Я тебе не сунул было, понял? Поднимите руки, кто еще не читал Солженицына. Я могу исправить и это. Мне всегда смотрели не в глаза, а вот сюда. Она будет принимать законы, а мы по этим законам будем жить. Кто испугал тебя, Сеня? Ну, признайся. Оле, Марусечка! Оле, одномандатница! Мы хотим быть как те, кто это пишет. Говорить, как они, думать, как они, стонать в постели, как они. Вам нравится в сексе принуждение? Если этого не требует государство и президент. «Больше-меньше» родилось из театрального проекта. Сергей Крайнев, мой старый друг еще по авторскому телевидению, Кира Прушетинская, прочитал пьесу, которую я написал, и сказал, давай попробуем сделать из этого действительно постановку. Вот. И, собственно, Сергей познакомил нас с Жанной. Представил как актрису на одну из главных ролей. Мы познакомились, Жанна сразу сказала, что предложение хорошее, пьеса интересная, но, значит, обнаженные сниматься не буду. Так как у нас там не речь сниматься, была... а играть пока еще. Играть, было, да, играть. Так как у нас там речь была о пластической хирургии,
Вот у меня, говорит, такой принцип. Я говорю, ну давай. И он на мне женился. Ну, конечно. Любой мужчина женится после такой фразы. Иначе как он вас увидит обнажённым? Несколько позже, да. Ну, я сказал, давай попробуем репетировать, а потом все эти моменты, когда мы к ним подойдем, мы их каким-то образом решим. Ну, стали репетировать, вот нашли Лену Соловьеву, которую тоже Сергей Крайнев импресарио спектакля привел. И у нас спектакль был сделан по принципу русской театральной антрепризы, такого водевиля с переодеванием. Я играл все мужские роли, а Жанна с Леной Соловьевой играли все женские роли. То есть была такая ширма, и мы там как вот эти вот черти вертелись у зрителя практически на авансцене. Вот. И тогда же, вот, собственно говоря, когда у нас спектакль уже где-то в середине сезона, это был сезон 2011-2012, играли мы на сцене дома Высоцкого на Таганке. Такое очень милое место, очень такое теплое и очень цепкое. Когда мы уже сыграли 18 спектаклей, а для антреприза без рекламы и раскрутки, ну такой большой раскрутки, без медийных лиц, без медийных лиц, там это очень, я считаю, большое достижение. Вот мы решили попробовать перенести это на киноэкран. Наш больше-меньше. Ну вот, собственно, наша кинокомпания с этого и началась. Вот, отношения чуть раньше, а тут да. Я как продюсер, я приставучий. Мне понятно, решение перенести на экран. У меня много решений было в жизни перенести на экран, но тут же встал вопрос, где деньги? Вот это на... Вот это, если можно сказать, на совести Аркадия нашего. Аркадий Ценко, он продюсер, да? Да, он продюсер, он занимался финансированием. Вообще, на самом деле, этому человеку, ну, нижайший и низкий поклон. Памятник при жизни. Памятник при жизни, да. Я думаю, что памятник он себе уже воздвиг, не рукотворный, как Александр Сергеевич Пушкин говорил. Но поверить в людей, которые хотят что-то сделать, так сказать, своими силами, выразить свою какую-то, там, не знаю, гражданскую, человеческую, мировоззренческую позицию, при том, что материал достаточно спорный, он достаточно неудобный, такой нетолерантный и, может быть, где-то хулиганистый. Для того, чтобы понять и зрителю, и мне, о чем материал. Пьеса создавалась как итог неких жизненных, ну, пьеса и впоследствии сценарий, как итог неких вот некой жизненной точки, когда человеку наступает там мужчине, там лет 44-45, если он до этого времени еще может из себя что-то извлечь, из головы, так сказать, из сердца, из своего мировоззрения, вот это на самом деле была верхняя вещь, которая лежала в столе. Потому что понятно, что у всех пишущих людей в столе лежит там много, и вы сами это прекрасно знаете. Но по каким-то причинам там этот проект мне не удается, в этом, к сожалению, кто-то уходит из жизни, в этом меняется конъюнктура рыночная и политическая тоже. А вот больше-меньше как-то получилось такой, мы его позиционировали, сам спектакль, как ревью. Это такое, ну, если чтобы было понятно, это такое что-то брехтовско-маяковское, вот такое прямое, открытое, хулиганское, плакатное, ярко-красочное, намеренно, почему мы играли вот таким вот водевилем, намеренно, ярко, при том, что там есть и по жанрам, там и пародия, ну, это сатира, да. Но это политическая сатира, это политическая, фарс, социальная сатира, как мы позиционировали спектакль о том, во что сейчас превращена Россия. И в хорошем смысле, но в основном... Я боюсь, что сегодня вас уже не поймут. Вот, да, нам вот Виталий Третьяков сказал, что у вас фильм диссидентский, ну вот уже по просмотру фильма, да. А другая, так сказать, часть критиков говорила, что, ребят, ну какие же вы диссиденты? Вы значит, правительственный проект. То есть нас это очень часто спрашивали, что откуда вы взялись? Вы, наверное, какой-то вот чей-то проект, вот, чьи вы, откуда? Настолько материал не укладывается. Зарубежная. Благотворительная организация. Да, насколько материал не укладывался в какое-то вот клише современное, потому что, да, либо, если мы, причем сейчас здесь как принято, если мы говорим что-то о России, да, ну, в сатире, то мы должны обязательно в конце показать безысходность. Это такой вот, ну, такой вот тренд. Да, что в конце обязательно кто-нибудь либо умирает, либо его там убивают, либо он скуривается, либо он спивается, либо он бросает жену. Вот что в конце должен быть что-то такой катарсис, в котором нужно опустить голову, выйти из кинотеатра и пойти в ближайший магазин до 11 часов, успеть, значит, выпить, чтобы как-то пережить. А у нас, как ни странно, мы позволили себе сатирически посмотреть. Ну, это сатира, ну, как я могу себе мнить, может быть, это глубокая сатира. То есть это не, скажем так, не Ералаш, не Фитиль, не Крокодил. Причем сатира, ну как, это же не то, над чем должны смеяться в голос.
почему у нас иногда хмыкают там какие-то шутки, кто понимает, там про 20-й съезд и так далее. Это ведь как одна из защитных реакций организма, вот я для себя это определяю. А это не должно быть все время смешно гомерически. То есть это ухмылка, усмешка горькая, может быть. Эта картина уже закончена? Больше-меньше картина закончена. У нее сейчас фестивальная судьба. Судьба уже прокатная, сложная, складывается. Мы сейчас думаем о прокате. У нас был показ на ММКФ первый, вот прошлым летом. Потом у нас московская премьера «Слава Шмыров». Потом у нас другое кино по всей России нас провезли. И мы очень рады, потому что мы кино все-таки для зрителей делали. Нам было важно понять, как вот в других городах, да, вот были такой отклик. Были в зале вместе со зрителями? Были, да. Ездили, причем мы старались максимально ездить. Какова реакция? Вы знаете, вот спектакль был на самом деле фокус-группой, потому что мы, играя спектакль, вот буквально вот на таком же расстоянии, там 6-5 метров, мы чувствовали не только, как зритель принимает или как он не принимает, как у него дыхание меняется. Это, вот, для актера это очень важно. А так как я замысливал уже это ставить, переводить все это на пленку, ну, в цифру, да, я понимал, где у него меняется дыхание, и в зале, в принципе, вот мы те вещи, которые нам казались такими... ну что ли, особо нетолерантными, мы их специально усилили. Потому что мы знали, что вот в этом месте часть людей, там какое-то количество людей встанет, значит, у них поднимется громко сидушка, и они уйдут. Как было и на спектакле. Ну, вот как же происходило. В каком месте? Ну вот у нас там есть, например, сцена, когда вот героиня Жанна пишет сочинение, где она говорит о том, что я неправильно написал сочинение, мне не дали аттестат, потому что я позволил себе написать, что мой дед воевал за Родину и за Сталина. Учительница, значит, ей говорит, что начинает объяснять, так сказать, вот эту историю, которая у нас вот это клише, которое, значит, 20, там, эти последние 25 лет было, что это понятие совершенно ушедшее, значит, это. И потом в конце она спрашивает, но если ничего этого не было, значит, Родины не было, был, значит, тоталитарный режим, значит, вместо этого было кровавое чудовище. Она говорит, ну хорошо, если тогда этого не было, а что же было? Чем мы заменим вот этот вот вынутый, как бы, кубик из нашего сознания? Читал ли ты Солженицын? Нет, не читала. Встаньте еще, кто читал Солженицын, значит, не читал Солженицын. Там, значит, поднимают руки. И потом эта история переносится у нас в средневековую инквизицию. Ну, вот при прямой склейке. Без специально. Да, значит, вот Татьяна, героиня провоцируете. Жанны. Да, героиня Жанны оказывается привязанной к столбу, к этому, значит, с хворостом. Mm-hmm. Там стоят эти люди с факелами страшные. Но это вот то, что на самом деле, вот вы спросили, о чем фильм. Это фильм протест против любых клише. Вот любого набора знаний о нашей культуре, истории, жизни. Начинается все с того, что у тебя небольшая грудь, ты не соответствуешь представлению о красоте. А вторая героиня, значит, Лены Соловьевой, приходит туда, у нее большая грудь, она тоже не соответствует. И за ней не видит личности. А за ней не видит личности. И вот с этих зачем вот... за большую грудью личность? Вот, это вопрос. Вот это вопрос, доктор. Как кому вопрос, грудь, кому доктор, личность? Да. Вот, хочется, чтобы в одном фильме... Женская часть этого фильма, помимо политической. Или там другая история, когда вот она говорит, какие стихи вам нравятся. Она опять начинает отвечать набором. Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Бродский. На этом как бы вот это вот набор. Закончился. Но а кто больше вам нравится? Это Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак, Бродский. Какие, я не понимаю, о чем вы спрашиваете еще? А разве есть другие поэты? И вот у нас весь фильм, собственно... Телевидение тоже там, Денис Георгиевич. Телевидение там наше прекрасное, да. Значит, вот... Причем мы не успевали за временем. Мы сделали такую там достаточно, ну, как нам казалось, острую такую пародию на наше телевидение. Но когда мы потом посмотрели программы, значит, некоторые про здоровье на наших каналах, мы поняли, что мы отстали от жизни, потому что то, что уже показывается в прямом эфире не как пародия, а как реальное руководство к действию, уже опережает любой гротеск, любую сатиру. И тут вот, пока сценарий писался, жизнь немножко нас опередила. Есть очень серьезные сцены размышления вот, про то, что происходило после развала страны. Каким образом она развалилась, и каким образом кто-то от этого получил какие-то дивиденды, кто-то от этого получил, так сказать, могильный холмик в степи. Как вам кажется, возможно сегодня? Мы будем говорить нам, художникам, что-то придумывать, чтобы обогнать улицу, будем так говорить. На самом деле,
очень тяжело. И выход, может быть, заключается в том, чтобы в наше время быть немножко фантастом. Вот как Беляев опережал время, да, или там Уэллс опережал время. Ну, можно фантазировать насчет того, что есть ли жизнь на Марсе или нет ли жизнь на Марсе. Мы же есть ли жизнь в России? Мы же говорим о другой. Да, да. Есть ли жизнь в России? Мы же фантазируем на опасную тему. Есть ли жизнь в России? Совершенно верно. Вы знаете, на самом деле мурашки, потому что то, что Денис написал больше-меньше, то, что он написал давно, да, и то, что сейчас происходит, я смотрю, какие-то вещи, они просто вот как наоборот. Вот сейчас второй фильм мы сняли, монтируем, «Дуэль Лермонтов-Пушкин». Вот это, кстати, вот, кстати, да, это тоже историческое фэнтези, но то, о чем написал Денис, и мы это сняли, и вдруг какие-то вещи, которые происходят, я уже боюсь вещей, которые пишет Денис, потому что вот как-то... Это фильм о том, что такое великий художник, который переживает свою эпоху, когда все его настоящие вдохновенные произведения написаны уже давно. Когда он в порядке, у него есть деньги, это я сейчас о Пушкине говорю, он не в долгах. Это вот я развиваю. Это действие происходит в 1857 году. Дуэль произошла по-другому, Пушкин остался жив. Он в порядке, у него прекрасный дом, по-прежнему красавица жена, дочери, значит, на выдане. У него все прекрасно, кроме того, что он уже не пишет ничего. Он издает там журнал «Шалопай» для взрослых, такой фривольный. Вот. Прекрасные у него там взаимоотношения со всеми. И последние 20 лет он практически не мог. Евгений Онегин хотел продолжить, не смог продолжить. И вот он к этому подходит, и его по, значит, исходное событие, что Николай I, которому мы тоже немножко продлили жизнь, как и Бенкендорфу, он заказывает, двор заказывает написание истории 250-летия Дому Романовых, который будет в 63-м году. Вымышленное произведение, помпезное, парадное. И вот Пушкин как один из авторов. Он не может его писать один, он хочет к этому привлечь Чаадаева. Чаадаев скоропостижно, значит, умирает, да. Нет больше никого, ни Вяземский, так сказать, ни Грибоедов, которого мы тоже изменили альтернативную историю жизни, он у нас жив. И написал продолжение «Горе от ума», читает отрывок. Вот. И так получается, что другого соавтора, вот такого яркого и вот такого, что ли, талантливого, да, кроме как Лермонтова, нет в России на данный момент. С этим вынужден согласиться и Бенкендорф, и Николай I. Это вот такая завязка. Ну, дальше не буду сюжет раскрывать. Я просто скажу, о чем? Это о том, как... если бы... ну, это же вечные вопросы. А Лермонтов Крымскую войну прошел. Да, Лермонтов прошел Крымскую войну. Крымская тема, вот, к вопросу о пророчествах, кстати. Да, написал оду на смерть Нахимова. Он майор в отставке. У него, значит, святая Анна за Севастополь. Георгию его, значит, завернули представление, потому что мы так подумали, что Лермонтов остался Лермонтовым в своем репертуаре. То есть это нонконформизм его вот этот вот он... И на самом деле вот они поэтому так и сцепляются у нас там в конце. Почему... называется это «Дуэль». Но на самом деле сценарий не о Пушкине, не о Лермонтове, как вот, ну, понятно, как у него приклеены бакенбарды. Да? Потому что понятно, что вот, кино не объективное искусство, потому что любого человека приклея бакенбарду, он будет Пушкиным. Да? И мы когда, кстати, искали актера на эту роль, мы вот какой-то... Был момент полного стопора, потому что нам нужен был Пушкин в 57 лет. То есть мы понимали, что он должен быть типически похож, потому что мы действительно добрали типические персонажи. Гончарова очень долго искали. Он должен быть, и он должен быть каким-то, вот, как, вот каким мог быть Пушкин. То есть он мог быть, пробовали несколько актеров, даже уже отчаявшись найти в России, опять же возвращаясь, пришли в Америку. Вот Жанна связалась с Арманом Асанте. И он согласился. И он согласился, да, играть Пушкина. Россия снилась мне. Честный герой вернулся в Россию. Заснулся ли и предложил свои пассивизм благам просвещенной Европы? Такова ваша фабула. Дуэль, не правда ли? Дуэль. Так установим же правила. Сейчас остановись. Прошу. Минуту, князь. Мы следовали правилам, теперь позвольте довести дело до конца. Вы не страшились смерти, но страшите жизнь. Сожжение! Ненавижу-то! Он тянулся от меня! Кто-то ж должен о сём поведать, пусть и с долей вымысла.
А я вот хочу про любовь. Вот я как женская прекрасная, не побоюсь этого слова, часть, хотела еще сказать, что у нас и в фильме «Больше-меньше», и в фильме «Дуэль», помимо вот политической и философской сатиры, очень вот автор Денис Банников как-то проникновенно написал женскую линию. У нас даже на спектакле вот, девочки потом подходили, говорят, точно мужчина написал. Потому что там есть очень пронзительная женская линия, что в одном фильме, что в другом. Вот «Больше-меньше», вот у нас две героини, да, я, вот Елена, Полина и Татьяна, у которых, у каждой своя история любви, разочарования, и настолько это не сопливо, не сентиментально, но так правдиво, и тоже где-то поплакать, где-то посмеяться, и настолько это щемяще, что вот мне как актрисе, вот почему вот наша любовь началась, да, уже заочно, то есть я, прочитав сценарий, еще тогда пьесы, поняла, что это такой большой актерский такой подарок для меня сыграть такую роль. И там есть где развернуться, и Денис позволил, и, в общем, и жанрово, и внутренне. И там такой разбег от лирики до гротеска, и с какими-то такими женскими, понятными всем переживаниями. В «Дуэли» то же самое. Гончарова, Пушкин, Дантес. Вот эта невыясненность, было-не было. Да? Мы не показываем там во всех подробностях, было или не было. Как, ну, но более-то да, осталось, таких. Это тайна у них но осталось. Вот это напряжение, тайна, и вот это вот женское какое-то... Вот такая судьба, нерв, и история там еще любовная, ну, как она не в том, что любовная, да, история, но история любви Лермонтова. Это роковая еще, любовь, да. То, что раньше называлось вот, в 19 веке. Это и есть роковая любовь, забытая наша, так сказать, то, что сейчас таблоиды называют по-другому, да, возможно. Но это вот и есть та самая роковая любовь, которая людей связывает на всю жизнь тайной, которую лучше не касаться, а касаться только один раз в жизни, чтобы потом получить ответ, после которого ты, возможно, жить не сможешь уже. Это надо осмелиться. Вот такая... И такой накал. Опять же, у Лермонтова, да, вот его истории тоже не будем раскрывать. Тоже там у нас любовная, которая просто вот, подарок, я считаю, актрисе. У нас молодая актриса играет, Мария Баева. Вот, замечательный дочку тоже мы Пушкина. Нашли. Да. Вот, и вот мы с Леной тоже нам роли перепали. Но мы играем «Дам света» там. То есть ну и что вы со всем этим будете делать? Вот же существо-то вопрос. Вы как опытный человек, зрите в корень. Да, да. Вот сейчас же как? Фильм сложно снять, тем более независимый проект. Даже сейчас менее сложно снять, чем показать его. Сложнее, чем показать. Да. Вот мы больше-меньше уже проходили эту историю. Ездили по городам и сами со своими показами, не только в рамках там фестивалей, приезжали в Курске, показывали. Вы без поддержки государства. Безусловно. Это чисто независимый проект. Вот Аркадий наш, Яценко, у него есть, помимо того, что у него есть чутье, но он сам человек не со стороны, он гиковский, то есть у него помимо того, что есть чутье на материал, у него есть чутье на, ну скажем так, на отдачу зрителя вот на этот материал. То есть вот когда он посмотрел спектакль и захотел участвовать в перенесении его, вот как-то поставил на, ну там, не знаю, вот на нас, на нашу команду и на наше видение вот этого материала, что мы долго думали, что долго, ну как сказать, были, естественно, опасения. Во-первых, и по форме, как перенести спектакль, да, то есть идти по принципу триера, да, то есть как в Догвилле разметить черный павильон, значит, этими пунктирными линиями и там переходить между ними. А потом решили, зачем вот делать черно-белое, когда можно сделать цветное. Яркое, с яркими цветами. Как нам «Культура РФ» написали портал Наталья Завьялова. На стыке театра и рекламы. Театра и реклама, вот да. Очень такое интересное. А поделение. «Дуэль», когда вот мы потом уже после «Больше-меньше», он говорит, на что еще есть? Что можно еще? Я говорю, ну вот есть такая, значит, история, вот странная тоже. Она менее, скажем так, хулиганская, потому что все-таки мы с очень большим пиететом мы к Пушкину и Лермонтову относимся. Да и ко всем. И к Грибоедову, и к Бенедорфу, и к Николаю. Это другое время, другой век. Но... воспроизводить историю про то, как твое время прошло, и сделать главными персонажами этой истории там поэта X и писателя Y и там императора Z, ну это такая китайская притча была бы, которая вот, возможно, да, завоевала бы там 3200 копий в Китае, но она была совершенно не, так сказать, не русская, не наша. Поэтому вот мы решили вот честно, значит, в виде заготовленной уже эти, значит, корзины с помидорами от всех пушкиноведов, к которым мы тоже с большим пиететом относимся, мы решились показать, что такое вот художник, что такое гражданин в России на примере именно Пушкина и Лермонтова. Без глянца, который вот этого посмертного глянца, без вот этого, значит, вознесения на пьедестал, да, они, как говорит наш один персонаж, там историк Берг, которого Арнис Лицитис играет, тоже заинтересовался материалом, он говорит, что подлинно великие люди простые, бо величие их естество.
То есть не нужно, как, не нужно играть пьедестал, не нужно играть вот это самое. Нет, они мучимы теми же страстями, движимы теми же желаниями, там, Лермонтов нонконформизмом, Пушкин вот этой своей, того, что он... Ну, тому в истории мы с примеров слышим, да, если оглянуться вокруг себя, сколько людей стоят на пьедестале и не с него, ну, не могут сдвинуться, потому что уже бронзовые башмаки уже патиной покрылись и не дают им сдвинуться, вот. Но на самом деле не надо сдвигать никого с пьедестала, нужно воздвигать новые. И мы вот сейчас очень, как продолжаю в ответ на ваш вопрос, как это продвинуть? У нас вроде потрясающие, как говорят, это, значит, маркетинговые истории с этим фильмом. Сейчас год культуры, раз. Значит, 200 лет Лермонтову, два, в октябре будет. Мы, кстати, в октябре. Год культуры в России. В России, да, просто официально. Год. Просто год культуры. Вот почему-то 2014. До этого не было. До этого не было, да. До этого, ну, я до понимаю, этого. Но зато этот год я культуры. Я понимаю год Лермонтова, но вот меня всегда поражает умение чиновников из слова вдруг сделать абсурд какой-то. Год культуры. А до этого? А потом осваивать план мероприятий. Да, да. С удивительным каким-то там вот правительским, не знаю, там, ну, в чем-то, да, я считаю, трагическим каким-то образом вот эти события на Украине, в Украине, которые сейчас происходят, то, что в Крыму. Потому что у нас большая часть, во-первых, у нас были съемки в Крыму, во-вторых, у нас большая часть происходит вокруг Севастополя. Ну, вот той сейчас, Крымской войны. Я считаю, что у вас хороший рекламный ход перед выпуском фильма. Ну, так получилось. Мы снимали в последние дни. Кого пустили, Воронцовский. Да, так и получается. На самом деле, вот эти вот... И ведь никто не... К вопросу, откуда вы взялись, да? Никто же не поверит, скажет, вот этот заказ. Ну, вот Крымская война, она вот так вот, ну, не в таком, конечно, виде была воспроизведена сейчас, но вот все равно вот это вот место наше, место силы, Крым, которое всегда, во все времена, там еще... Вы когда закончили там съемки? В конце декабря. В самом перед Новым годом. То есть уже все эти события уже начинались. Уже постепенно, да. В Киеве. Вот ну и что вы там, вот это уже вопрос не художественный. Были какие-то у вас ощущения, когда вы находились там? Вы знаете, у меня что, было что-то грядет. Ощущение вот очень русского, вот сам Севастополь, то есть там такой русский дух, вот в хорошем смысле, такое вот самосознание русское, и какие-то, причем без манифестов, без каких-то, вот знаете, без крайностей, но вот это русский город, русский порт, вот, и ощущение, ну, и люди там немножко другие, да, вот как вот... Не знаю, в больших мегаполисах, ну, в больших тавтологии, да, в мегаполисах там одни люди, а там немножечко другой уклад, другая жизнь, и вот какой-то другой... Нам надо премьеру там сделать, Севастополь. Мы сделали, это мы вот больше-меньше тоже сделали. Вы знаете, сделали, вот, там, на мой взгляд, как Нью-Йорк стал плавильным котлом, да, а вот Крым, он как-то еще... Важно еще, что выплавляется в этом котле, да? Если выплавляются, так сказать, ну, маленькие там чайно-таунчики, там та-та-та-та-та-та-та, каждый в своем, так сказать, рядке сидит, там тоже это есть, в Крыму. Но там есть вот это вот некий, вот такого воздуха свободы на самом деле. Я в Москве его не чувствую, когда люди называют вещи своими именами. Они прекрасно знают, у них сложные взаимоотношения с войной, с Второй мировой. Очень сложные там, так сказать, вот проблемы депортации крымских татар, проблемы подполья. Там очень-очень все так переплетено между семьями, в одной семье. Кто-то был на одной стороне, кто-то был на этой стороне. А так как наша власть всегда любила очень ничего не говорить, никогда никакой правды, а решать вопрос вот так вот, взять, перенести, а это место, значит, закрыть, и перевернуть, и на нем написать заново, ну так же нельзя делать с людьми. Ребята, наши полчаса незаметно прошли. Ну, единственное, что я могу сказать, я вам завидую. Вы стоите перед событием, я не говорю межпланетарным, а перед творческим событием, которое, на мой взгляд, по-моему, ну, не перевернет вашу жизнь, но сделает ее более яркой и заметной. Поэтому мне, ну, что мне вам пожелать? Ну, во-первых, счастливой семейной жизни. Спасибо. Ну, не буду делать секрет. Естественно, да. Естественно, чтобы у вас были красивые дети. Спасибо. И чтобы вам удалось вот хотя бы пока эту идею довести до конца. Думаю, если вам удастся, то уже следующие проблемы станут гораздо меньше, чем сегодня. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Здоровья вам, счастья. Вы смотрели передачу «Золотая пыль» с Марком Рудинштейном.